По самые, сами знаете. И тест-драйв мотособак. Можно руль даже не держать. Ну вот и камеру заряжает. Пора начинать. Приветствую, друзья, всех на моем канале. Сегодня у меня обзор и тест-драйв двух мотобуксировщиков. Это с лыжным модулем и с модулем-толкачом. Значит, черного цвета это OptiMax от компании X-Motors. И такая же компания X-Motors Snowdog. Сегодня покатаемся, потестируем, по лесу покатаемся, там по сугробам, посмотрим, на что они способны и что они могут. Пора начинать. Ну а теперь попробуем по лесу покататься, по сугробам. Вот сейчас справа от меня там сугробы, сейчас покажу, сколько там снега. О. Короче, по самые, сами знаете. Сейчас только заведу. Сейчас попробуем с модулем толкач. Сейчас на этом попробуем. Лучше, конечно, с модулем толкачом. Там получается санки, если впереди накатывают ему колью, и ему получается сзади толкать легче, и уже по накатанной колье идет. А если пригрузить санки каким-нибудь грузом, так он еще больше будет уплотнять снег и будет как бы лучше идти. Вот тут пока что у нас груза нету. В общем, пока мы вот так вот. Но в горочку у нас не получилось протестировать, потому что здесь горок нету. Вот. В основном ровный лес, ну местами есть холмики. Вот. Но с 15 лошадями из них пойдет любой в горку по накатанной, там, допустим, буранке. Ну, как бы вот так.
Ну а сейчас я вам расскажу полные характеристики каждого из них. Давайте начнем с мотобуксировщика с лыжным модулем OptiMax. Значит, двигатель у него здесь лифановский, 15-лошадный, усиленный вариатор, тяга у него до 700 кг. Стоит здесь японская цепь, звездочка самоочищающаяся. Идет электростартер, электрозапуск, вот ключ. Значит, есть возможность установить аккумуляторную батарею до 9 ампер. Ну, даже не до 9 ампер, а можно даже и больше ставят. Катки здесь более надежные сделали. Внутри стоят японские подшипники. Пружины более крепче поставили. Вот, три каретки стоят. Ремень здесь стоит оригинальный чешский, Рубена. Лучше, конечно, сразу брать чехол на двигатель. Вот сюда вот одевается чехол. Закрывает вот это все карбюратор. Сам получается бак. Вот. А если он не стоит, вот получается такое обледенение. Снегом наметает, двигатель оттает, и получается вот такое вот обмерзание. Лучше, конечно, ставить чехол. Всем советую. Можно ехать в таком положении за ним, без модуля. Идет здесь, значит, ЧК безопасности, в комплекте блок управления, ну и ручка газа бурановская. И спереди на модуле лыжном тоже идет ЧК безопасности, но здесь она немножко другая, как на лодочных двигателях. Вот такая ЧК. Вот. Бурановская тоже ручка и также блок управления. ЧК, кстати, очень хорошая штука. Надо сразу с ЧК безопасности брать. Мало ли что, где-то там, если с него упадаешь, ЧК выдергивается и двигатель глохнет. В такой модели здесь идут две разных фары. Вот стоит двухдиодная, ночью не проверял, но говорят, она очень хорошо светит, несмотря на ее вот такие габариты маленькие. Здесь тоже здесь поменьше диодов. По размеру они поменьше, но здесь их побольше в количестве. Здесь их 12 штук. Вот, тоже довольно-таки неплохо светит. Что касается самого лыжного модуля, значит, идут уже сразу амортизаторы, что это очень облегчает ехать по неровной местности, по каким-то там пригоркам, бугоркам, пенькам, не знаю, там заснеженным бывает попадаются. Вот есть еще возможность вот на такие лыжи ставить еще дополнительные накладки, чтобы они были шире, и будет управляемость еще лучше, и они особо так проваливаться в сугробах не будут. У такого модуля лыжного здесь еще имеется шаровая подвеска. Вот они, шаровики стоят, три здесь, спереди два шаровика, ну и с той стороны тоже три. За счет чего это, вот этот модуль, он очень хорошо играет. Нужно вот так вот встать и немножко попрыгать. Вот все элементы начинают играть. У этого мотобуксировщика, что мне понравилось, есть еще прикуриватель. То есть можно заряжать всякие гаджеты. Сейчас мы, кстати, проверим. Заведем, посмотрим, будет заряжать. Вообще, подключен он или нет. Ну, давайте перейдем к следующему мотобуксировщику. Это у нас SnowDog. Тоже у него лифановский 15-лошадный двигатель. Здесь подвеска обычная, стандартная, классическая
катковая, всесезонная. Вот, тоже усиленные пружины стоят, мощные. Вот, вот такие. Что касается самой гусеницы, это от производителя НПО Композит. На нее дают гарантию 5 лет. Раньше они делали трубы резиновые, обваловку, по-моему, трубную делали, насколько я помню. И они делают их с 1992 года. Вот, и начали делать потом гусянку. Здесь очень высокопрочная сталь, значит, окраска термическая, четырехслойная. Но на данной модели здесь электростартера нету, здесь только ручной стартер. Вариатор здесь стоит Safari, чешский также ремень стоит Рубена. Но тяговое усилие у этой данной модели 500 килограммов. У этого 700, а у этого 500. Вот такой модели идет очень удобный руль, складной. У него вот есть вот такие элементы складывания самого руля. Я не ездил, но я думаю, было бы удобнее попробовать с таким рулем поездить. То есть можно вот в таком положении его сложить. Фара здесь идет такая же, как на OptiMax, с такими же диодами, но на лыжном модуле, вернее, не на лыжном, а на модуле толкаче идет вот такая круглая. Светит как ксенон, тоже очень хорошая яркая фара. Крепление самого руля вот сделано в самом низу. В принципе, я вот поездил, управляемость неплохая, мне понравилось. На руле идет ручка газа бурановская, удобная, мягкая. Вот, дальше идет чека безопасности, но здесь она немножко другая. Вот так вытыкается, здесь стоит кнопочка. Вот такая. Если она отжата, двигатель начинает глохнуть сразу. Ну и такой же блок управления. Вот свет включать, красный двигатель глушить. Вот на таком мотобуксировщике есть натяжитель цепи. Причем очень удобно, потому что здесь не надо будет откидывать капот. Легко можно подлезть ключом и натянуть цепочку. По комфортности езды на таком модуле, ну, по мне так, есть минус в том, то, что разворот получается намного больше, чем на лыжном модуле. Вот. Ну, по комфортности нормально едешь, в принципе, мягко тоже. Руль чуть выше, ну и сам по себе сидишь ниже, чем на лыжном модуле. Ну и руль чуть, ну, так вот, высоко сделаны. Ну, нормально, по управляемости намного лучше, мне кажется, на скорости. Вот когда именно на скорости идешь, можно руль даже не держать, просто ногами вот придерживаешь, и все. По управляемости лыжного модуля, я вам так скажу, когда на скорости идешь по, допустим, накатанной дороге, ну, широкой, приходится ловить дорогу. Немножко, ну, немножко мне показалось некомфортно. Вот. По целине более управляемость лучше. Ну, в принципе, вообще управляемость нормальная у лыжного модуля. Намного разворот, когда делаешь, намного меньше круг получается, чем, допустим, на модуле толкаче. Что мне более еще понравилось, так это сидишь на нем высоко, амортизаторы работают хорошо, вот идет такой ход, очень приятный. И есть еще вот подставки, подножки. В таком положении сидя едешь, очень удобно. Мне понравилось. Прикольная штука, конечно. По, значит, тросика газа надо всегда смазывать силиконовой смазкой. Как только приобретаете себе такую технику, сразу снимаете тросик. И надо, вот как я делал у себя на своей мотособаке, брал масляную тряпку,
полностью снимал тросик из корпуса и просто так смазал и обратно вставил и установил на место, где вот карбюратор. Сегодня мне помогал Николай, ему отдельное спасибо. Спасибо еще большое хотел сказать Виталию, директору X-Motors, который мне предоставил эти мотобуксировщики. В целом, да, нормально, хорошая техника, прет, конечно. Ну, надеюсь, вам понравился мой обзор. Если что, подписывайтесь на канал. Ну и ссылки оставлю в описании, полные характеристики этих моделей. Вот, так что, ребята, до свидания всем, до следующих обзоров, до следующих рыбалок. Всем пока, всем НХ, НЧ, как говорится.